Так, видеообзор на планшет iPad. Собственно, внешнее состояние хорошее, трещин скол нету. Сразу перейду к дефектам. Это вот такой вот у него разъем под сим-карту и, соответственно, вставляю иголку и лоток не открывается. Соответственно, возможности именно сейчас проверить сим-карту нету. Полностью работоспособный, подключен к Wi-Fi, Wi-Fi работает, сенсор везде реагирует, тоже хорошо работает. Так, iCloud отсутствует. Объем памяти доступен 51 гигабайт. Общую сумму 64. iPad 10 года. Звук работает исправно. Комплекта к нему нет.